Работникам прокуратуры Чувашии представили нового руководителя. Президент России назначил на эту должность Василия Пословского, и сегодня он обозначил первоочередные задачи. О первом рабочем дне нового прокурора Дмитрий Ковалев. На этом стенде скоро будет размещена и фотография Василия Пословского. Он стал 21-м прокурором в истории республики. Чтобы представить его коллективу, из Москвы прилетел и бывший руководитель ведомства, ныне заместитель генерального прокурора страны Сергей Зайцев. Он отметил, что у руля региональной прокуратуры встанет настоящий профессионал. 17 июня состоялся указ президента о назначении на должность прокурора Чувашской республики Пословского Василия Митрофановича. Я с удовольствием представляю вам Василия Митрофановича. Это профессионал, человек опытный. С 1984 года, по-моему, находится на службе в органах прокуратуры. Последовательно занимал все должности районного звена, областного. Работал прокурором Адоевского района Тульской области, Пролетарского района города Тулы, заместителем прокурора Тульской области. Долгое время Василий Пословский руководил прокуратурой в республике Адыгея. Регионы разные, но закон для всех один. Приоритетов в работе немало. Необходимо укреплять правопорядок, контролировать миграционные потоки, устранять попытки экстремизма. Я думаю, что мы все общими усилиями постараемся и укрепить состояние законности, сделать все так, чтобы комфортнее жилось населению, еще комфортнее, чем было, чтобы все понималось с полуслова везде, со всеми во взаимодействии. И чтобы работалось и с органами законодательной власти, и с органами исполнительной власти, и судебной власти. Пословский признался, что положение дел в регионе изучить успел. Говорит, что прокуратура республики работает успешно. Кадровых перестановок, отмечает новый руководитель, в ближайшее время не предвидится. Но все же оргвыводы сделать придется. Нужно ознакомиться с составом, который здесь работает. И не только ознакомиться с характеризующими данными, с результатами работ, кто на что способен. Когда я сейчас говорил о том, что нужно проанализировать предварительно каждому коллективу. Конечно, я имел в виду и каждому персонально свои данные, результаты работы. Василий Пословский говорит, что республиканская прокуратура рассчитывает и дальше тесно взаимодействовать с правоохранительными структурами. Василий Пословский обещает наладить и тесное взаимодействие со средствами массовой информации. В ближайшее время он намерен подвести итоги работы ведомства за первое полугодие. Ну а сегодняшний рабочий график нового прокурора расписан буквально по минутам. Василия Пословского принял и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Сегодня мы у вас в гостях. Коллективу представили, весь генералитет присутствовал. Глава республики пожелал Василию Пословскому эффективной работы. В год экологии необходимо сделать акцент на проблемы охраны окружающей среды. Должен быть обеспечен и общественный порядок. По охране общественного порядка, по разным там правонарушениям, преступлениям, правонарушения выявляются, должностные лица там виновные привлекаются к ответственности по всем направлениям. Руководить прокуратурой Чувашии Василий Пословский будет ближайшие 5 лет. Этот срок прописан в указе президента. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.